Главное место найти, кстати. Единственное, что бесит, он, блядь, в стан откидывает рандомных людей, блядь. Меня 4 раза подряд в стан нахуй выкинул, блядь. Не, сферы пиздец там медленно нахуй бегут. Я думал, что-то быстрое будет, нахуй. И, кстати, слышишь, Войт? Чё? По сферам назначил сразу старым. ДКшники под незыбой и панцирем 2 сферы ловить могут. Я только что 2 сферы ловил. Этот еще Лингрен лови сферы. Не знаю Я сколько. ловил С какой-то. парочку. Давай с какой-то с одной. Давай ты с треугольника со стороны стой будешь ловить. С квадрата будет все по одному ловить. По очереди. Да, вот два этого вара есть нахуй там. Вары Если по ШВ нему. нахуй, в натуре. Я с дубовой ловил. Меньше половины ХП сносит. Наверное, кстати, и рога можно подложным поймать. Ну, роги вряд ли, мне кажется. Так они же прямо летят, правильно? Они же не на цель летят. А я хуй знает, куда они летят. Может быть, и выйдете, и случайную. подходить. Вроде бы случайную они летят. Не, ну они на пути. Да, они летят Давайте. в конкретного хила, и просто хил от них А, бегает. понятно. Так, Шанду я пока кикну. Да, встречать надо. Нахуя хилу бегать, если их можно просто на туре просто поймать и все, и никаких проблем не как будет. он будет бегать, а потом когда Проблемы будут, да, просто ты 7 секунд в глыбе. Все БРы на КД, так что смотрите. Зачем дамаг? Блять, вы бомжи ебаные нахуй, что вы делаете нахуй? Ресы? Ресы, блять. Вот так и на трэше умирают, но. Сука, бичи, блять. Фу, баф по нему давайте. Блять, ДПСа не хватает, они сдыхают с пула нахуй. Чё, блять, руки в ж... Сука. Обэмэн нахуй. Обэма. Вон мобы идут, они идут нахуй полгода нахуй, только что видел, блять. Там да, пиздец недолго нахуй. Смотрите, они не должны никого бить нахуй. Давайте на пул раньше, нахуй. В РСке то же самое, блядь. В РСке еще и лезвие. Я в ахуе. Что это, блядь? Я не понимаю, что это, нахуй? Пахами сорвал, да? Сука, давай диван. Подъебало к боссу. Разворачивай сюда босса. Падаем. На синтеке диван. Я в ахуе просто, нахуй. Сейчас я посмотрю, блядь, что это было, нахуй. Да я сорвал. Кого? Хотя я бил... Да босса. Так, на пулы есть. Нахуй смотришь, агро растет. Повернись, бей трэш. Так я вообще F1 нажал, я, ну, блядь. Убрал с таргета босса. Бля, я встал еще случайно. Ну чё, блядь, совсем бичи, блядь. Invisible. Марагрим. Атака, нахуй. Я хуею, нахуй. Марагрим, атака. Я не знаю, нахуй, ну... Как вам это еще объяснять, нахуй? А когда, сколько, бля, вот на пулу? 30 секунд. Да, на пулы, блять, в этот, в трэш идут. И хант, в принципе, может на Я вам на так пулю. Скажу, нахуй. Первый трэш через 30 секунд выходит. Это первое. Там 28-29, да. Да, ну, КД проходит. Да и похуй, они 3 секунды идут еще, нахуй. Первые. Первые 3 на пула. Вы Вилашу давайте, нахуй. Иначе вот эта хуета, вот эта катавасия ебаная, будет по КД, нахуй. Или что, или вам это нравится, нахуй? Быстрее вставайте. Я ждал на пол. Где там офнулись люди? Радник, вставай, мы сумнем, блядь. Что там, Равист? Только-только смог свернуть, бро. Захожу по новой. Бля, если тут так мало кадров, страшно представить, что будет на келе, нахуй. А что не, на келе проще. Че это все нахуй, никого нету у нас. На замене кто есть? О, Рагнис сейчас зайдет. Лорд оф Фэкс, Гена. Шэдоу Найт.
Шадо дамага мало, пиздец просто. Надо его еще гапать нахуй. То ли он не крутил, то ли что, я не знаю. Шелфир тоже что. А, сейчас просто сдохли. Мы там, я не знаю, разок крутанули и дальше в босса. Основная цель босс. Мы по хп не вывозим. Эти АДК лужу кидайте или нахуй не надо? А зачем лужа? Ну вот в трэш. Они и так доты раскидывают, я думаю, мором спокойно по всему говну, поэтому. Я на минуту отойду. Лужа акро увеличивает, аля. Страшно, я тоже думаю. Разок кинул. Выжил, бля. Да нет, типа, а у нас ком? А, Фаер и Аркан, да? Аркан на ком, да. На первом или на втором ты имеешь в виду? Дайте шкаф. Притон, дай шкаф. Притон, давай шкаф. Притон, дай, пожалуйста, шкаф. Тыкайте. Дживс. Дживс. Хаваем рыбу. И здесь я сильно стал нахуй, блин, голову апнул нахуй, то 4 дня. Два, 2-8 похавай. Этот фласки, пиздец уже, 3 минуты. Перепивать надо. Если кто-то... Перепивать. 11 минут есть смысл, да, перепивать получается? Нет. Нет, берса у него 8. Да, нам пул хватит. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. И мак нахуй, ебани нахуй, 100к на 30 секунд. Геру будем на фазу сдавать? Да давайте сейчас нахуй. То там подохнут все, хули толка будет. Ну трэш одну ауешечку все прокастовали и все, и дальше босс. Он сдохнет за 5 секунд нахуй. Трэш можно бить 25 секунд. Потом следующий выходит и дальше поехал. А у Ешки как раз хватает. Новый трэш. Дайте время на агро. Давайте больше волн тут. Да, когда он уже при смерти, хуярьте соло ротацию. Тратить босса больше. 600 тысяч ДПС рейда. Я в стане, не могу напулить. Два других есть на пулу. Ничего страшного. Сейчас ждите, они соберутся. Секунду. 5 еще и можно фулл ауе, да. Вот фулл ауе дайте, там секунд прокастуйте один раз, дождик или что там у вас есть. Все,
Дальше уже доты и дейдят. По боссу фу. Имбать от этого трэша лагает, это пиздец. Да, тем быстрее его сольем, тем проще всем будет играть. ПС выше будет. Вот новые мобы пошли. Секунд 10 даем. Потом расчехляем. А босс пидорёга, я только крылья прожал, на нахуй в гробницу. Чую, чем пахнет. Да-да-да. Да-да, вот так подтягивай всегда, чтобы можно было через босса уешить. Сальва до Ханыча. Там 50 тысяч еще, бля. Травису Сальву скиньте. А он не догонит никак. Там стоит. Я встану еще. Два роди на пол. Кастанули РВЕ разок. Меньше лагало все. И все, и по боссу. Заебет она. Этот купол берет, да? Мы впритык успеваем. Нормально. Я первый сквадратал, бля. Если никто дохнуть не будет, нормально идем. С запасом. Блять. Еще и, бля, подкидывается. Вы только говорите, кто ловит. Ники называют. Так, Гламуру. Идем с нафиг тотем, я там гин. Первый даю. Гламуру дал иннер. Инра, раскидайте свои самостоятельно там. Равис, Вадикон. Трэш, смотрите, агро даем время. Нахильте ваш. Бидон, блять, заберите с него. Боб, если что, готовьте на людей, кто сорвет. Все, уешку дали. Разок. 3% до фат. Два. Кирзори поймал, да? Со стороны тревоги. Ой, бля. Да, да. А чё на меня летело? Заханыч поймал. Не люблю ресы. Синтек бидона ресы. Сбегаешь там, когда сферы пролетят. Закрыл за ШП одну. Дай на ману потом гимн, не люблю сухой. Так, бидона за... Блять, сука, да ебаный нахуй. Ты встречаешь сферы, что ли? С треугольника Лингрен встречает. Лингрена захиливаем. ДКшники, выходите. Со стороны квадрата встречать сферки. И остальные по боссу хуярим. Гляньте, ебани на ману. Уже пиздец нахуй. Возложение рук рарник, дай по не люблю. Сферы летят. Все, трэш. В квадрате следующую встречу там. Соло кожа. Бейте. Чисто босса бей. Да, босса дохуя, верьте. Мобов уже похуй, чисто босса. Блять. Ну прям в Лингрена летит, да? Нормально. Оно не с квадрата, оно где-то сзади. Ханыч поймал сферу. А, нормально. Ну это в два танка, видишь, играли, два танка эти сферы и ловили, нормально было. Ебать нам на СС, что ли, что-то. Иди, иди. Вот сферы нахуй.
Давайте, давайте, выжимай. Сюда, да, нахуй, о. Даже до берсы уебали, нормально. Опа. Кольцо, метки с плохчиком. Олечка вкусная. Да, слабый получается, навар. Без демона не может быть. Ну, вместо навара, да? Да? И так, похуй. Рарник 50, остальные 10 жмут, кому сдавать? А у меня нет приворот, давай ему, конечно. Давай ему. Отдавай, давай ему. Спина часто падает. В прошлый раз тоже эта же спина была. А, он, видишь, он забрал Т5 нахуй, знаешь, он по очереди, да? Второй, там нет нахуй, хули, сейчас все грибси. Все можно, да? Теперь можно все жить нахуй. Вот какие люди разбираются в системе, блядь. Ибо плащик варовский для варчика хорош. Крит РПБ. Крит РПБ. Короче, рарник наебал всех. Вот шея нахуй на моего эрдру нахуй. Че там, хаст МП5? Не, хуйня на эрдру. Сэджо, а ты там че, ты как на трэше там вообще разогнался? Нормально тебе? Сэджо, 50 тысяч. Переживали. Меня в купол брало. Там 30 секунд еще до берсы было. Так он веру херачил и херачил. Так, ну пошли, тройнем гидроса. Не знаю, ну, не до фанатизма. Пойдем, где он там нахуй? Это назад, да? Или куда это идти? Нет, тут каратрес. Да. Тут... Ну, вроде как назад. Пошли туда, да. Пошли возле этого каратреса, трэш зачистим. А мы уже пошли в другую сторону, похуй, пизду. Потом успеем еще ебануть его. Еще Вока повкуснее трэш у соляры. Можно на мне охождение по воде. Где, бля, эльфы же живут? Там пиздец. Иди я тебе чудо-банку дам. Да, да я всем дистый путь кину. Только, блядь, хантаспек еб... Сука. Я помню, блядь. Ебать, Лингрен, ты скоростно, нахуй. Я такой. В натуре коровка чешет, блядь. У коровки чарка на скорость передвижения. Хуяк. Ты наебался. А, блядь. Это догоняет. А, нахуй. Танка ступни, нахуй, бля. АДК, нахуй, стойка. Давай в линию встанем и заново. Куда вы идете, блин, хуй знает. Уже пришел, блядь. На гидроса вроде. Что-то я смотрю, вы по воде там ходите, бля. Это уже у гидроса, блядь. По мосту нормально пришел, видишь? Хуя ты? Хули кошка на спринте. А-а-а. Ну ясно, на спринте только и может. Еще, наверное, и два раза заюзал. Ты Вилаша заряженная, она не может стоять на весной. Где он жается? Пойдите за его, идите. Да там вроде Сэджи уже пошел. Или Криптовилл пошел, не видел. Два танка, да, попробуем, да, первый раз? В три. В три. Кому спер? А ты, да. Короче, Вилаша, тут такая хуйня. Вот стаки, они увеличивают дамаг. Босс там и так бьет по сколько, нахуй? По 40, нахуй. Тысяч по 40. Это самое, значит... Стаки увеличивают дамаг входящий. Они стакаются каждые 15 секунд. Тут у нас, по сути, еще берса 6 минут, да, буду таймер запускать. Вот, значит, грубо говоря, таймер запускаю, чтобы ориентироваться, когда переводить. Вот, первый стак вешается. Там на 10% дамаг повышается. Второй стак вешается на 25, третий стак на 50 и четвертый стак на 30. Четвертый стак вешается на минуте. Вот, и нужно переводить. Да,
толку нету. Ну не, ну ледяной, он вот этот синий, когда он в начальной хуйне, он будет бить поменьше. Но зеленый будет бить под природы прилично, как бы. Лучше я не знаю. Хуй знает. Сапрот. Да, Юля, сапрот. А что у вас вообще по банкам? Тут сапрот надо. Всем сапрот надо. Всем прям сапрот пить. Вы банки не перепили там? Сколько вы банок выпили? Две, наверное. Не, никто не одну, я одну меня не перепивал. Все, пока не. Я перепивал на прошлом. Ну, на последнем трое. Хватило да. Банки до последнего трое, да. Так, нахуй. Да, эти самые сапроты. Кидайте обмену хулидринку. Так что, вы все сапрот пьют? Вот? Да. Okay. Что, защиту, ну, этот дух от природы включать, нет? Сейчас этот босс сапрот, и на роботе тоже будет сапрот. Да? На второй фазе дух от природы. Okay. Ну или вон там вообще тотем ставят. А, ну тотем ставят, все окей, тогда я не парюсь. Так, значит смотри, босс меняет цвет и вызывает 4 моба. Там увидишь, в какой точке он меняет, но факт в чем? Тебе надо смотреть на время, вот... Допустим, минута. Холидринг. 0 секунд пул. На 50 секундах ты уже начинаешь, допустим, незыбку отдавать, да? И ты даешь. Ну, допустим, 48 секунд ты даешь удары смерти. 1-2. Накапливаешь 4, на 4 ЛПшки руны смерти. На 50-51 секунде даешь незыбку. И переходишь. Вот. Переходишь из квадрата в треугольник. Появляются 4 моба. И твоя задача разрядить ЛПшки в босса. На пулы, хант непосредственно. Ты напуливаешь только на Вилашу. И твоя задача, именно когда он сменил цвет с синего на зеленый, вызвал мобов, напулить на Вилашу. Позиция рейда здесь играет огромную роль. Если вы окажетесь, сова какая-то будет стоять вот там где-то, за квадратом, а босса переводит в треугольник, и вы дотами или будете кастовать во время перевода, босс превратился в зеленого, вы кастуете в него с пылы, босс сорвется на вас, вызовет еще 4 моба, их будет 8 нахуй, мы просто сляжем. Чтобы этого не было, позиционка рейда должна обстоять так, вот босса танк переводит из квадрата в треугольник. То есть, грубо говоря, вы 30 секунд побили, потом перебежали в сторону треугольника и уже здесь стоите, то есть на РНЖ. Всегда на РНЖ стоим. Сколько там, 10 метров. Милики. Милики стоим вообще. Вот первая пати с... Давай, лево-право будет у нас. Вот лево. Вот право. Первая пати лево, вторая право. Я танчу двух слева мобов, Лингрен двух справа мобов. И роги тоже распределитесь, кто на кого из нас напуливает. Напуливать надо мобов непосредственно. Не босса, а мобов. А хан только на Эвилашу босса напуливаешь. Это очень важная хуйня. Если босс будет через линию, где он превращается, переходить туда-сюда, мы просто будем вайпаться, блядь. Мы по мобам набиваем, ну не знаю, 5 секунд там игру, ну пару тычек даем и подводим под жопу босса. И там они кливаются спокойно. И все. А миликом с 4-5 пати куда становиться? Похуй, куда, блядь, куда бог пошлет. Поебать. Третья звезду, четвертая нахуй в круг также. Похуй, это самое. Давайте попробуем. Имейте в виду хилы. Кто там не люблю? Бидон, расчехляй волну. Волну да, расчехляй. Ты похавай там, сапрот выпей. Волну непосредственно и щит держишь на Эвилаше. Волну почаще кастуй, потому что будет разъебывать больше половины хп, блядь. Равненько ФК, блядь. Я вот насчет хилов не знаю. Ну давай попробуем, как сейчас будет. Леха, сапрот тоже выпей. А я на Но... банку на ХП взял. Он же передавно. Блять, а я не помню, я Вуду добавлял эту хуйню. Приключения нахуй. А сейчас релогнусь нахуй. Не совсем чуть-чуть осталось, чтобы Войда догнать. Всего лишь каких-то 12 тысяч. А у кого сопрот? У хулиганинка все сопроты. Перебафайте каску, пожалуйста, по хантам. Сейчас я релогнусь быстро. Так а медведя смысл догонять по хп, он всегда выше будет. Ну только если у Юргиром. Сейчас релогнусь. Вуду себе добавляйте, значит там это есть. Могила там какая-то, блядь, хуйня какая-то, блядь.
ледяной дебаф, нахуй. Он, вся эта хуйня, все дебафы, они кидаются в одного человека. Так же, как и на червях, нахуй, в ВВК. Если вы не в РНЖ, если вы все в пачке 10 стоите вместе, нахуй, то на вас на всех эта хуйня кинется, и мы просто вайпанемся. Вот, что очень важно. Реанте, сапрот. Так, сейчас, нахуй. Приключения, чистая форма. Вот, водяная гробница. Ровник, иди сопродом. Мерзостная тина. Водяная гробница, мерзостная. Мерзотная? Мерзостная. Хуя себе. Сейчас добавим. Так. Добавил. И мерзостная тина. Будем видеть, кто что словил, кто как стоял, нахуй. Инту и пристабав раздать. А еще раз можно, пожалуйста, кто где стоит? Первая пати в звездочке, вторая в пушке. Не в звездочке, а слева и справа. Вот он у босса ног нет, поэтому, блядь, слева и справа, нахуй. Под руками, короче, да? Холидринг возьми и фростаура. Вдруг что, ему прожмешь? Под руками. Пристабав по водикону. Вы заебали, а кажется, это по... пиздец, нахуй. Я хуею, блядь. Все, давай и ГПшку, нахуй, ебан. Есть на водиконе, а? Водиконе пристабав. Ну, теперь есть. Я дух на нем да вижу, а на висит... ХП не вижу. Не-не, на, ну, на ханьте нету вообще ничего, вроде как. Все на вас так... есть, алло, что вы сказки рассказываете? Слепые, короче. Нормальные фреймы скачайте, будете все видеть. Не, заебали по одному фрикашить. Принимайте. А СРС-ка чё? Это упал, хуйня, или? Блядь, мы один трай даем и уходим нахуй на робота. Я ебал такую хуйню, такие траи, блядь. Чё за ФК, блядь? Даю отчёт. Давайте, речь. 5, 4, 3, 2, 1. Блядь, его там держать надо. Нормально, нормально, переводить меньше будет. Можешь его лицом сразу на треугольник провести, чтобы потом не поворачивать. Вот, клева нет? Нету. Вот. Ну, в принципе, можем вне пачки стоять, нахуй нам стан ловить. Да, примерно вот здесь будет появляться этот. Блять, судя по ХП босса, мы просто не, ну, не успеваем за 6 минут его разъебать. Бросать 10 минут. А, 10? Нет, тогда успеваем. 10. Тогда, ну, тогда заебись. Ну, посмотрим, короче. Так, давай. Удары смерти. Незыбко. Через 5 секунд переводи. И когда переведешь, смотри, чтобы ЛПшки были у тебя. Так, мы готовимся. На пулы готовимся. По 2 моба забирать. Вот сейчас он превратится. Оглушение. И ваншот сразу. Сейчас немножко в стороне агрона берем. Ну, кто их разъебал? Мобы. Вставалку. Так, ровист, рез... Ладно, рез МВП ханта. Подводим. Подводим мобов. А подводите, под гидро. Че, хуярим. Хан, вставай. На РНЖ также стоим. Все, они вялые, нахуй. Не, ну если 10 минут, мы все спокойно успеваем. Только стопайте дамаг и отходите от мест, где появляются мобы, нахуй. На километр, нахуй. Сейчас все то же самое будем повторять. И желательно, это, дайте по мобам больше сейчас. Потому что переводить уже скоро надо. На второй раз, когда переводишь, когда не зыбка, когда добейте мобов. По ней сечь сейчас, даешь кровь вампира. Давай. Переводись. И панцирь там, или клык, какую хуйню. То же самое, мы на синий квадрат. Ага. Сейчас появятся другие мобы. Так, я 3 забрал, потом точечным таунтом с меня заберешь. Ага, одного. Все. Также под очко подводим, мы хуярим. Главное нам в босса не переусердствовать, чтобы не перевертеть. 7,5 минут. Все, нормально, все успеваем. Все то же самое делайте и смотрите за выживаем. Он очень простой босс. Главное, Верху. Вилашу не проебите, на фул ХП поддержите.
Я резну. А, стан на танке, нахуй, может, поэтому ты упал. Да-да, милики, не подходите к танку там. Вставай, Хальдринг. Захиливайте. Геро, когда давать? Пристабак, всю хуйню, лапку дать. Пиздец, как? Нахуй, ёбаный в рот, нахуй. Я ебал, блядь. Да ёбаный нахуй. Чего вы бьёте? Сейчас будете слушать нахуй телефон ебаный нахуй. Домашка что ли, блядь? Сори нахуй. Почему, блядь? Это вихрь, скорее всего, блядь. Убегайте подальше нахуй. Чтоб такой хуйни не было. Синтек реса его. Вы не понимаете, мобы, блядь, появляются, их никто не агрил на пул, никто на них не успевает давать, блядь. Фул баф по нему быстрее. Фул, по мобам добили. Мобов добили. Переводи через 10 секунд. Вилашу на фул держите. Волны кастуй. И бидон сухой. Дал ему инер. Инера все распределите. Один еще по бидону хотя бы. Все, добили. 2 секунды и переводи. Нормально пол хп снесли. Все, переводи. Готовимся ловить. От сторон, где мобы появляются, подальше находитесь. Все, чутка в стороне поднаберем с тобой, Лингрен, и подводим потом. Все, давай подводим. Они еще, кстати, это снижают. Можно лапку пристабов. Даже нужно, я бы сказал, на травист вылетел. Сильнее еще игра. Не, пристабов висит. Разгоните АУЕ еще. АУЕ, АУЕ, разгоните, мобов надо уничтожить вместе с боссом. 5 целей хуярим. Эти мобы, они пожестче, чем мурлоки. Все, отлично. Так, по времени смотрим. Еще 10 секунд можно побить. И Вилашу на фул. На фул. Волны, волны кастуй. Че с тотемом у вас? А, было уже, да? И нра у кого есть? Инра. Ревист вылетел. Ну, а я не знаю. Еру мы когда сдавать будем? Да так-то надо было, давай. Этот. Сейчас напулят, тогда. Подожди. Блять, я говорил про это, блять. Пэт хантовский, да? Ставил. Да какой пэт, блять? Пэт-то тут причем? Диван дайте. Подальше диван, босс, дайте. Подальше босса переводи. Ну я не знаю нахуй, что там было нахуй. Я говорил про эту хуйню нахуй. Вы стопать босс дамаг должны. Нахуй. Босса переводят, вы стопаете, блять. На пул, на танк должен набрать агро на боссе нахуй. 4 моба всего, блять. Хуйня ебаная, блять. Равис, ты тут? Успевается, он нехуй делать. Да. А если берса 6 минут, то успеваем, да? 10 минут берса, еще раз говорю. Нет, тут. Так, а что? Наебывает добавим. Мы еще трай или на робота идем? Еще попробуем. Еще трай. Мобов надо сэвэдить, отойдите назад, не спульте их. Рыбу ставлю. Понятно, чего вы дохнете, блять. Да, там трэш выходит и пизды дает. Ну вот, надо ждать, пока наберется агро. То есть я вообще убегаю вон туда за. Там секунд 5 там надо дать. Во время появления надо съебаться вообще из этого. Там, да, там еще надо так посмотреть, чтоб ты не стал в то место, где появляется этот долбоеб, чтоб он. А я видел, когда ты рарник съебывался, нахуй за тобой бежал Элем. Не знаю, что ты ему сделал. Я блинканулся. Равис, что у тебя там? Он, наверное, тебя хотел по головке погладить. Это Равис, дождись, по-моему, отвечает. Это точно шейм отнять хотели у рарника. А это все, вся механика у него? Вот да, блядь, вот все по кругу. Это я к рарнику мобов подослал, чтоб шейм дал погонять. Я хуй знает, я вроде на пул сдавал. Типа я не ебучу. В последний момент все учился. Ну, один раз ебы. Бля, хочу рогу нахуй.
Так, что там? Роги, опасайтесь. Блядь, персонаж. Вроде несложный хуй. Ровист. Нихуя, бля. Парашечка пролетела. Все, расход. Какой расход, нахуй? Еще гидроса надо ебнуть. Тут танковская тень, по-моему, падает. 1-1-1. 1-1-1. Равис, что ты там? Ебаный волк, ты свернешь, когда кританет. Кос, мастер, соколечки, нахуй. Дай заходить. Заодно реестр успел чистануть. Надеюсь, поможет. Все, подтвердили даже. 10 минут берса. Равис, ты где? Надо мне ДБМ обить. Мне, мой ДБМ показывает, что у него 15 минут берса. Святилище. Есть. Ладно, пока вместо Рависта возьмем мага. Став, ставьте. Успеете. Я быстрее появлюсь. Нет. Тебя уже тикнули. Пиндер. Ты уже все, ты отдыхаешь. Ну ладно. На чили на расслабу. Зашел. Да, вот, ебань танцую. Давай, плюс. Не успел дома. Я не помню. Нет, не успел. Обредил уже. World of Flex. Я не помню, что вчера там было. Он в инсте, короче. Вы мне пишите через день, я не ебу, кто там где был, блядь. Где ты был? Ну, стресс. Бегал. Я не помню, но если ты вчера не плюсанул. Был, да. Но где он был? Че он не плюсанул? Он в начале РТ плюсанул, ты его на замену кинул. Ну а потом где он был в конце? Не знаю. Ну пиздец. Как? Если не присутствовал в конце, то это уже его вина, а не кого-то другого. Ну если он офнулся, я хуй знает. Или чё, не плюсанул? Я хуй знает, блять, я чё, за каждым буду смотреть? Чего, Продекс? Значит, ЕП так надо, блять, я хуй знает. Короче, по боссу понятно, что делать. Ну если не можешь в рейд, знаешь, не получаешь. Да. Чисто какое-нибудь, не знаю, блять. Ну, печеньку со стола получишь. Да. Если я не могу говорить... Вока только. Был весь рейд. Вилаша тут нет. Тут он. 4, 3, 2, 1. Давайте Геру на хули вала ебать. Да он заебил. А вы встаньте нахуй, не как бичи нахуй, в одной точке. Я же говорю, там радиус 8 метров. Один слева, один справа, другой заебало, другой сзади, блять. Вас морозит всех 10 человек нахуй. Вы не вкуриваете эту хуйню, да? Объяснил же про метки. ДПС нахуй пошел. Да пиздец. Где притон? О, бидон, нихуя то. Давай переводим. Пиздец нахуй, я ебёшь нахуй. Дикон ресера виста. Потом заберешь по одному могу с меня. Подводим.
Зеханыча разъебали. Не, я не буду это тратить, нахуй, это хуйня какая-то. Кринж, нахуй, я не знаю. Ну-ка, кто разъебал? Пойдем на робота. Это слишком сложно, нахуй. Гидрос убил, нахуй. Тоже, Оман, скачайте, нахуй, потом будем убивать, нахуй. А так я ебал в рот тут сидеть. Падайте, нахуй. Ну или выйдите, что-то делайте быстрее. Все, покидаем тело. И идем на робота летим. Ебал эту хуйню, блядь. А робот тоже рядом же, да, вроде? Нет, значит, что-то другое пойдет. Ока. Ну, на продукс есть. О, все, радуйся, продукс. Портал, наверное, в шатрах. Твое время настало. Настал твой час. Я на замен, потому что у меня проходки нет, или чего не убивал. Вместо продукса у меня туда. Фингер, ну тут портал в шатрах зайти тебя еще. О, ништяк.